Среди моих знакомых принято соблюдать траур в течение нескольких недель. Иногда траур длится в течение 40 дней. Насколько это правильно? Сколько дней по шариату принято соблюдать траур по случаю смерти родственника? Ответ. Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат аль-Мухтадж» отмечает. Женщине и замужней, и незамужней можно в течение не более 3 дней соблюдать траур по кому-либо, кроме мужа. Будь он из числа родственников или является посторонним мужчиной. При условии, что это не вызовет сомнений, будто она была неравнодушна к этому мужчине. По мужу жена обязана соблюдать траур 4 месяца и 10 дней. И согласно хадису, запрещено соблюдать траур по ним дольше этого срока, потому что это будет проявлением недовольства предопределением. Заключение. Согласно шариату, по смерти кого-либо, никому кроме женщины, потерявшей мужа, то есть вдовы, не вменяется в обязанность и даже не является желательным соблюдение траура. Соблюдать траур в этом случае просто дозволено, и притом в течение не более 3 дней, а быть в трауре дольше этого срока запрещено. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарий и нажать на колокольчик.